Ребята, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня я вам покажу две комбинации, две вот такие вот комбинации, которые вы можете сделать, когда вы находитесь за спиной у своего соперника или партнера. Вот такая вот позиция, ребята. Такая позиция, она часто бывает и в борьбе, и в боевом самбо, и в рукопашном бою. Отсюда можно сделать два полевых приема. Первый болевой прием на руку с кувырком, а второй болевой прием на ногу, канарейку, ребята, посмотрите. Когда вы находитесь сверху, можно перейти на канарейку, ребята. Два болевых приема я вам показал. На своих тренировках обязательно попробуйте. Я думаю, вам понравится. Это очень эффективные приемы. Ставьте большие пальцы вверх, ребята. Подписывайтесь. Все, на этом прощаемся.